Новость последнего часа. ЦБ приступил к реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «Открытие». Как говорится в пресс-релизе, в рамках этих мер в качестве основного инвестора с использованием денежных средств фонда консолидации банковского сектора выступит Банк России. Процедура санации уже запущена. В «Открытии» сегодня назначили новую администрацию. Как подчеркивается в сообщении, банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя при этом все свои обязательства и совершая новые сделки. В ЦБ также отмечают, в нормальном режиме продолжат функционировать финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка. Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО «Банк финансовая корпорация «Открытие». Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. «Открытие» – одно из крупнейших финансовых учреждений в стране. Его клиентская база насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и более 3 миллионов физических лиц.